Доброе утро, мои любимые. Мое утро сегодня начинается. Нет, не с чашечки кофе, а с чашечки краски для волос. Буду краситься с самого утра. Вчера уже не было сил, поэтому сейчас надо успеть. Вот такую вчера купила себе краску. Это Estelle Celebrity. Я уже ее брала. Взяла оттенок Мока 4,7. Она такая темная. Я уже ей красилась, так что сейчас быстренько делаю, крашусь. Потом к вам вернусь. Ну что, вот теперь нормально, давайте с вами поздороваемся. Доброе утро. Мы с Янкой сейчас стоим на улице, на крылечке, ждем моего мужа. Он повезет Янку к бабушке. А я сейчас заскочу в магазин и оттуда поеду на коррекцию волос. Успела я сегодня покраситься с самого утра. Вчера, слушайте, приехали домой, пока поужинали, пока я смонтировала, выгрузила видео на YouTube, уже было 2 часа ночи. Ну, конечно же, я уже ничего не делала, уже не красилась, просто пошла спать. Но зато все успела сделать с утра. Вот такие вот у нас дела. Янка тут, смотрите, играется в планшет. Вот они, современные дети. И сейчас поедет к бабушке. Так что чуть позже увидимся. Кстати, у нас погода вообще, небо все затянуто. И говорят, что целую неделю будет дождь. Но при этом тепло, то есть комфортно. Я даже, в принципе, шарф замотала, думала, замерзну, потому что я такая мерзлявая. Но мне очень хорошо, очень классно на улице. И воздух такой свежий, свежий, свежий во время дождя. Люблю такой воздух. Такси наше прибыло. Буду сейчас просить, чтобы меня на работу довезли. А то дождь сильный. Пошла я таки пешком, не вместилась я в машину мужа. Смотрите, как меня встречает Марусенька моя. С кофе уже стоит на улице, меня ждет. Я уже в магазине, но вы это поняли, потому что видели, что Маруся меня встречала с кофе. Да, пошла я пешком, потому что у мужа машина... Вот понимаете, в чем нюанс? Она маленькая, но при этом она очень сильно вместительная. В нее влазит абсолютно все, что только можно, кроме меня. Вот для меня сегодня места в этой машине не хватило. Я шла под дождем пешком. Вот. Хотя мне кажется, что это просто мой муж решил немножечко меня заставить походить пешком. Это была такая шутка со стороны мужа. Мне кажется, скорее всего. У нас только что был очень приятный покупатель, который, знаете, что такое приятный покупатель? Это человек, который приходит, показывает на вазу с цветами и говорит: мне все. Он не спрашивает, сколько это стоит, он не спрашивает, сколько там штук, он просто говорит: мне все. Обожаю таких покупателей. Вот только что один такой покупатель нас с Марусей порадовал. Я сейчас пока здесь, потому что мне скоро надо будет ехать, у меня запись, вы знаете, на коррекцию. Что я здесь вам могу сказать? Если кому-то, конечно, интересно, я могу отдельно снять видео, почему я делаю наращивание, какое я делаю наращивание, портятся ли волосы от наращивания, потому что я делала все виды наращивания, которые только существуют в этом мире на сегодняшний день в сфере бьюти, да. Я знаю все плюсы и минусы каждого наращивания, я остановилась на одном способе. И я очень довольна, уже, наверное, скоро будет год, как я делаю постоянно его. Я не планирую пока ничего менять, скорее всего, так и дальше и будет происходить, потому что мне очень-очень-очень нравится, когда у девушки красивые, длинные, густые волосы. Но, к сожалению, кто бы мне что ни говорил по поводу того, как ухаживать правильно за волосами, вы знаете, я пробовала все варианты хорошего ухода за своим волосом, да, то есть не мучить его различными там способами, а его лечить масочками, там профессиональной какой-то косметикой дорогой, либо народными методами, все это уже было мной испробовано. Если у вас генетически не заложен хороший волос, то очень сложно из 3 волосинок сделать 133 волосинки, ну серьезно. Все, ладно, давайте чуть-чуть пообщаюсь с Марусенькой со своей. Она там, видите, на заднем плане чего-то там делает, бегает, старается. И потом, наверное, буду вызывать такси и поеду. Сегодня я очень поздно освобожусь, потому что, ну, последний раз коррекцию волос я делала почти 6 часов. Так что я думаю, сегодня я допоздна буду. Ну, значит, буду просто сидеть в кресле,
отдыхать и расслабляться. Иногда это тоже полезно, особенно после таких трех активных, насыщенных дней, как были у меня. Так что будет у меня сегодня релакс. В общем, Марина мне ставит тут всякие сентиментальные видео, сидит, плачет и ждет, что я тоже сейчас начну плакать. А мне уже надо уезжать, я же не могу заплаканная сесть в такси. Буду вызывать себе такси, потому что, да, с машинкой у меня проблемы, ну, с аккумулятором. А ехать мне надо почти на другой конец города. Если бы не была такая противная, гадкая погода, а было бы солнышко, я думаю, что я бы вообще на общественном транспорте бы там часть пешочком бы прогулялась. Но очень противная погода на улице, поэтому скоро буду уже вызывать такси и поеду. Вот, не знаю, когда я еще сегодня буду включаться и что вообще сегодня вечером будет. Но в любом случае я к вам вернусь, в любом случае я вам покажу результат того, что мне сделают. А завтра, кстати, у меня встреча еще с одной невестой, еще придет ко мне девочка заказывать свадебный букетик, по-моему, на июль. Ну, я не уверена, вроде бы на июль. Вот, как-то в основном сейчас идут заказы на июль, на август. На август очень много невест в этом году. Что еще хотела вам я тут рассказать? Пока тут Маринка сидит, плачет в уголочке. У меня такая она сентиментальная, хорошая. Пойду сейчас пойду ее обниму, пожалею. Вот, она там сама над собой издевается. Представляете, включает видео на ютубе и рыдает. Ну, я такая же, на самом деле. Я поэтому отошла подальше, камеру включила, чтобы так же рядышком не сидеть и не рыдать. А то придет какой-нибудь клиент, а тут две заплаканные девочки. Как-то несерьезно все это будет. Наверное, давайте буду вызывать такси, буду уже собираться, надо ехать. Потом с вами еще увидимся, пообщаемся. В крайнем случае, уже дома включусь и дома вам чего-нибудь интересного расскажу. Ой, добрый вечер всем. Смотрите, у нас уже темно. Я только-только-только вышла. Решили с мужем заскочить. Как всегда в Макдональдс. Яночка осталась у мамы ночевать, потому что уже начало 11-го. Я только-только освободилась. Сейчас возьмем себе быстрый перекус, чтобы уже дома ничего не стоять, не готовить. И поедем. Поедем. Видите, сегодня особо вам, ну, очень мало вам всего снимаю. Сами понимаете, очень сунта была. Давайте уже домой приеду, может быть, дома еще включусь, вам что-нибудь расскажу. Добрый вечер. Слушайте, как я замерзла уже. Заехали в Макдональдс, я вам говорила. Смотрите, дали нам такие стаканчики. Мне какой-то такой, у него как коричневый оттенок. Не знаю, какой дали мужу стаканчик. Это ограниченный выпуск к чемпионату по футболу, да? И что еще? За что их дают? И до сих пор, ну, мы так и не поняли, потому что мы уже собирались отъезжать, это окошко. Нам говорят, подождите, подождите, еще стаканчики. И дали еще стаканчики. Ну, не знаю, за то, что мы, может быть, мак-меню взяли, или, может быть, потому что мы кока-колу большую брали. Не знаю. Вот, как вы видели, я сегодня снимала совсем, совсем мало вам. И я вот, когда ехала домой, вообще думала, стоит ли садиться, монтировать видео, потому что особо ничего вам и не показала. Сегодня день такой был абсолютно простой, да, с утра. Сделала все свои дела, была на работе, поехала вот на волосы. Но решила, что есть люди, которые мне пишут, которые ждут каждый день от меня видео. И мне это приятно, поэтому я, ну, не могу не выпустить завтра видео, потому что я знаю, что будут люди, которые зайдут с утра и будут ожидать какой-то новый влог. Открыла компьютер. Решила чуть-чуть быстро пройтись по комментариям. Так, что у нас? Воскресенье, да? Воскресенье, смотрю, люди согласны сделать вебинар, да, вот по бизнесу. Потому что все-таки, как я вам говорила, важно, чтобы была все время обратная связь. Посмотрим, попробуем. Может быть, один раз я попробую без там уведомлений просто зайти, о чем-то поговорить, таком, может быть, не сильно даже существенном, просто чтобы понять, как это работает, как это действует, как вообще это все настроить. И если все будет нормально, то есть пробный такой выход, то тогда буду заранее писать вам уведомление о том, когда я буду планировать, в какое воскресенье, в какое время буду планировать выходить, и будем с вами общаться про бизнес. Так, очень много благодарности от вас, очень... На самом деле, вот вы пишете, да, например, что вы меня зарядили энергией на весь день, а вы, в свою очередь, меня тоже очень сильно заряжаете своей энергией, когда вот я читаю каждый раз комментарии, очень приятно, очень-очень-очень. Вот такие вопросы классные пишете, на них за минуту не ответишь.
Вы проводите курсы в Минске? Да, я провожу курсы в Минске. Пока только в Минске и пока только на данный момент. Пока только у меня индивидуальные курсы есть на базе моего вот магазинчика, моей мастерской. Вы приезжаете ко мне, я с вами работаю. Курсы у меня какие есть? У меня есть базовый курс, это общие основы флористики. Там я учу техникам, учу спирали, учу тейпированию. Учим с вами там параллельную сборку букета, виды композиции, цветовой круг, общая история, общая теория. Ну, то есть такие. То, что вот просто надо знать для самого начала. Вот, есть и два спецкурса у меня. Один спецкурс – это свадебная флористика, там только все, что касается свадебника. То есть это свадебный букет, виды, разновидности, это общение с невестой, на что следует обращать внимание. И это аксессуары. И третий курс у меня есть, это тоже спецкурс, это коммерческая флористика. Здесь уже очень много теории про бизнес, про то, какой, ну, мерчендайзинг, да, в цветочном магазине, привоз, первый заказ, как выбрать свою целевую аудиторию, как повысить продажи. Ну и в том числе из практики входит теория букета подарочного, то есть мужской, женский и виды упаковки. Вот таких вот три курса у меня есть. Так что если кто готов приехать ко мне в Минск, пишите в личку, с вами встретимся. Поработаем, поучимся. Вот, все остальное, смотрите, вы тут пишете, ну, вопросы с бизнесом в основном. Я сейчас просто вкратце даже не отвечу вам. Ой, в общем, не знаю, не знаю. Наверное, вы меня сегодня простите, что я сегодня не такой энерджайзер, как обычно. Наверное, все-таки пока еще не восстановилась до конца, хоть я там и релаксировала на кресле несколько часов сегодня. Пока делала волосы, но понимаю, что нет, энергии нет никакой, буду высыпаться. Завтра обязательно включусь. Я надеюсь, что завтра у нас будет все-таки поинтереснее влог. Пойду переоденусь. Скушаю вообще еду эту из Макдональдса. Мы ее привезли, а я не пошла кушать, а пришла сразу в детскую снимать. Так что надо покушать, наверное. И спать ложиться. Сегодня тоже вчера, представляете, в 2 часа ночи спать легла. Думала, спать буду крепко, хорошо. В итоге каждый час просыпалась. Не знаю почему. Странно. Вот, и часов в 8 утра уже все встала, уже побежала заниматься домашними делами и красить голову. Ну, такое вот бывает. Не знаю, о чем я вообще сейчас к вам говорю. Пойду чуть-чуть попытаюсь помонтировать. Надеюсь, что все-таки это видео не окажется сильно коротким. Я очень вас люблю. Я вас помню. Ну, к сожалению, вот, видите, бывают такие дни, что хочется снимать побольше, но просто не получается. Вам хороших выходных. Да, впереди же суббота, воскресенье, выходные, так что хороших вам, классных выходных, чтобы у вас все было супер, чтобы вас все радовали, много хороших новостей. Все, побегу я отдыхать уже.